Привет, дорогие друзья! С вами Александр и Джигер. Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Transgalactic Tournament. Рассмотрим эту игрушку, что она из себя представляет. Эта игра находится на американском PSN. В нашем его Store нету, в русском. На американском PlayStation Store она идет как free-to-play игра. Не знаю, добавят ли ее на наш стор, пока ее нету. Ну что ж, да, давайте. Просто вы посмотрите эти видео, знаете точно об этой игре. Если она вам понравится, вы просто зайдите аккаунт и скачайте, создавать американский аккаунт не так уж и сложно. Да, так. Что ж, давай начнем. Давай попробуем создать. Так, сейчас приму. Все, готово. Так, все, что. Эта игра, такой турнир происходит, как бы получается. Вам надо захватить флаг и отнести на свою базу. Точно не знаю, пока еще мы не играли, но видос посмотрел. В итоге там пару в 3 или 5 флагов надо на свою базу оттащить, и вы выигрываете. Но при этом вам будут мешать другие игроки. Играем 4 на 4. Ну сейчас, смотри, игра пойдет, вы сами все там увидите. Там же дается, ну да, там же дается 3 бесплатных персонажа, да? Ну 3 бесплатных и 2 получается в турнире можно их использовать, что? Платных, да. Да. Я выбрал, не знаю кого, посмотрим. Персонаж собой представляет. Ну как видим, что я этот. ДДшник, ты можешь, скорее всего, снайпер, что-то такое в этом роде. Не, у меня этот... атакующий, только дальними атаками он вроде бьет. А у тебя ближний снайпер, бой. Снайпер, можно сказать. Так, а как персонажа зовут? Так, ну давай, грузись, посмотрим. Что за игрушка такая? Я тут такая? Смотрю, у некоторых уже этот персонажи купленные имеются. Так, а это что у нас такое? Какой-то бонусы мне здесь не нужны. Какое-то усиление за реальные эти деньги. Уже не деньги, а схемы какие-то, да. Ну, эти схемы приобретаются за реальные деньги. Тут есть донат. Так что если а вам... Да, со мной вместе будем ходить. Вот, смотри, это наша точка. Нам надо защищать эту фигню, наш мяч. Да. Вон... Периодически. А, вон. Я вижу, иду. О, меня какой-то стенкой закрыл. О, меня завалили. Так, ты там своими навыками разберись, посмотри, какие у тебя навыки, что идет. А у меня, походу, дэмэдж не какой-то. А, он за мной гонится. Сейчас где-то не будет. Да все, меня он завалил. Мяч захват... Держите наш... А, наш мяч похитили. Так, мы 1-0 проигрываем. О, ну правильно, у них какие-то персонажи жёсткие. Я не знаю, что здесь делать, вообще не понятно. Навыки свои посмотри, разберись. Мяч, он у меня, скорее всего, как помощник. Как он у тебя выглядит вообще? Сейчас вот, смотри. Сейчас появлюсь. А, это у тебя этот, как танк. Дефендер, защитник он у тебя. Да, не того персонажа выбрал. Тут простые навыки R2. L2 более такие сложные. L1, R1 могут как отдельно, и если ты их вместе применяешь, L1, R2. Ой, L1, R1. Меня вырубили, помогай. Бан. Ой. Ой, меня просто напросто разорвали.
Бля. Ну да, у них герои вон уже приобретенные есть. Ну да, не разберется. Ну, правильно же, первый раз играем. Ну да, пока непривычно. Да, и персонаж же выбрал, не подсунулся. Во-во-во. Он какие-то стенки накидывает, пускай. Да-да-да. Я сейчас умру, мне надо уступать, я надеюсь здесь. Ну, отсюда. Там хватило трех мечей, вроде бы. Нам еще 750 дали за это. Тут вон, я тут 50 дали. Ну, я смотрю, опыт поднимать, значит, уровни. Можно героев как-то прокачать, получается. Да. Есть такое. Что ж, давай еще раз попробуем. Так, ну давай еще бой, что-то короткий получился. Да, давай еще раз точно посмотрим вообще. Как-то персонажа не того выбрал, как-то непривычно получилось. Ну такая вроде для бесплатной игры, в принципе, очень даже неплохая. Да, можно так поиграть. Если ну, более... Затянет эта игрушка. Да, ну, если нам эта игрушка понравится, затянет, то мы будем более стараться чаще выпускать серии по этой игрушке. Да. Более подробно будем рассказывать про навыки. Да, для чего он нужнее будет. Да, правила игры. Ой, я вот этого сделаю. Он нижний. Посмотрим. Так, а где ты у нас? А, вон. А. Так, а мне-то интересно. Киловатт. Ты кого в прошлую игру брал? В прошлой игре? Давай, ладно, его возьмем. Я не знаю, кого, честно говоря, взял. Опять, наверное, не того персонажа. Ты опять какого-то... Ты опять Defender взял. Вот этот кулак нарисован, это Defender. Защита, да, ну... получается. Да, нет, опять же. А у которого прицел, это ДД, как ДДшник получается. А хилы, маги здесь тогда есть, что ли? Или тут переедание? Тут суппортов я видел. Они как бы... Ну ты как раз уже сейчас за суппорта должен по сути играть. Щиты накидывают. В описании этот персонаж это суппорт. Ну у него он прицел стоит, он как бы... Который ты сейчас выбрал. Атакующий получается. Я не... Ну когда я тренировку просто проходил, у него было написано подкаст суппорт. А, ну сейчас посмотрим. Суппорты так обозначаются. Нет, не надо никаких здесь. Может быть. Не... Так, я какого-то не вижу. Даже не знаю, кого я взял. Так, мы красный за красных играем. Ну, у него вроде навыки на дэмэдж. А, вон я, суппорт, да, у меня вон всякие бафы накидываю на игроков. Да. У меня как раз этот... навыки на урон. Прыгай! Да там я обрыв. А я не смог. Не, сначала надо просто самому научиться играть в эту игру. Так, чё? Яйцо, для чего это яйцо? Это кто-то накинул, наверное, баф, что-то. Хрен его знает. Нет, это именно что это мое яйцо. Давай-ка попробуем, может, его как-то выследить нужно? Но он баф на меня какой-то накидывает. Он баф какой-то накидывает. Даже не знаю, что он дает. А, да, пошли. А, мяч тащит он наш. Надо помогать ему. Да, наш мяч тащит. О, наш мяч украли. Быстро бегает. Опять меня вынесли. На твою же мать. Так. О, неужели я сейчас убью? Или меня убью? А, не, меня убью. Пока 0-0. Как прыгать? Икс. А, я не смог запрыгнуть. А, бывает. Меня завалили, там слишком высокое было. Another one bites the dust.
Во-во-во, я почти его вынес. Так, я не знаю, что за яйцо у тебя такое. Наш мяч сперли. С одного удара убил. Нормально так. Да, угорать здесь не получится. Ну, игрушка, да, отчетная такая, интересная. Непривычно пока. Да-да-да. О, меня вообще отключили сейчас. Ой, я встаню. В смысле отключили? Алло? На меня баф... Бум, слышишь? Чё? Я убил одного. Нормально. Меня этот стан кинули. Тут мячик у нас это забирают. Ну мы тоже забрали у них. Ах, он меня в стан кидает. О, я кого-то убил. Помочь нужно, помощь, сейчас мячик отберу. Да, я лег уже. Во, забрал мячик. А, у меня забрали, я одного убил, но мячик забрали. Они со мной догонялки играют. Да? Быстрый какой. Быстро. Вон, видишь, я бегаю. Помощь нужна. Вот этот мне персонаж понравился. Так, мой чемпион. Еще одного убил. А, ты убил? Вроде я. Хоть кто-то кого-то убил. Так, он синий. Так, получается мы, да, пока выиграем, потому что у нас, да, два шарика. Ну нам надо... Ой, я станить умею. Я убивать. Почти. О, еще один. Нормально так затащили. Так, надо синему мячику там же быть. А он не может, потому что он ешь там. Другой не дает. Пока застанем. О, ништяк. О, красавцы, вообще мощь. Я, короче, встаню, а вы бейте. Бей, я его этот заморозил. Почти убили. Есть. Нормуй. Надо мяч свой вернуть. Вот сейчас завалим его, по красоте все сделаем. Сейчас его стан закину. Ну, не стан, а он медленно будет передвигаться. Нормуй. Теперь меня этот провожаем. Я закидываю, чтобы, ну... А, нет, мяч как они опять меня забрали? Эх, хер знает. Чё за щит, а, какой щит взяли ещё посередине? Без понятия, что они за щит, что мне уже очень снимаются. О, мы мяч один затащили. Так, надо у них спереть ещё один. Чё тут сами, я это раскидал. Воу, почти убили. О, убили. Надо мяч у них забрать. Он один входит. О, мы мяч схватили. Бум. А он вообще бьет, нет? Он когда бегал, он бьет? Да, бьет. Ну там один так, клонов делает. Он блокируется, смотри-ка, скотина. А, меня завалили. Собаки. Мяч наш опять стащили. Ах, он быстрый. Знает, как уворачиваться. Ах, ты скотина. Не знаю, толку в этой игре, что где, как делать. Да, он, так. Походу, видит. Так, один, два, один. Что за щит стик, блин, такая, щит возьми. Возьми щит этот. Он броню вроде делает. Иди сюда. Вот этого мочу. Замочил, что ли? Быстро завалил. Вот еще один здесь. Сейчас, я не могу его догнать. Ништяк. О, красавец. Так, вот, надо. Вот, я за ним бегал. Выиграли, неужели? Не, продули. А нет, они выиграли, 3-1.
Ну, игрушка хорошая. Чё, еще не могу больше ничего сказать. Да, Понравилось такая очень сильно. интересная. О, у меня прокачался чувак на третий Я тоже уровень. прокачался. Почти третий с половиной, ну, почти четвертый, ну, еще половины не хватает немножко, да. Так. Как в некоторых играх бы давали еще в конце матча, это, ну, сувениры для персонажа. Не, а здесь шмотки тоже можно покупать вроде бы, за Да? прокачивать. Да, внешний вид тоже меняется, здесь скиллы вроде бы. Прикольно тогда получается. Игрушка хорошая. Чё, Она при добав... том еще free-to-play, еще и интересная. Да, вот, если кто-нибудь посмотрит это видео, обязательно скачивайте эту игру. Что хотел ты сказать? Так, я хочу, вон, прокачать своего героя. А как это сделать? Так, заходишь на, вон, чемпс написано. Ну, чемпс зашел. Чемпионы, выбери игрока, кем ты играл. А он у меня платный, 25 тысяч стоит. Ну ты его, наверное, так нельзя нажать на него, не можешь посмотреть? Они вроде можно прокачивать еще. Ну вон там гантельку у меня появилась, да, можно можно прокачать. Да, атака на 2% выше будет у меня. Я пусть пампинг уп. Что это такое? Тут выбирать, можно еще какую именно ты хочешь поставить. Плюс 2% дамаг к атаке, плюс 5 скилл дамаг, плюс 5 Critical хилинг, critical chance, скорость атаки, критика. А смотри, они денег стоят? Ну я знаю, вот эти игровые. Так, кого лучше, я не знаю. И тут этот, ну, шмотки, костюмы можно посмотреть. Да? Да, костюмы. Ниже там футболка нарисована. А, и тоже можно покупать. Да. О, тут есть такой профессор у меня бешеный. Да, есть такой профессор. Так, раз, два. И при том еще недорого стоят эти скины. Ну да. 3000 всего лишь. А тут схем. Тут еще танцы можно другие делать. Да, танцы, да, прикольно. И тут, смотри, еще, я так понял, выше гантели нарисован топор. Получается, в скором времени можно будет и вид оружия менять. Может быть. Или навыки другие какие-то улучшенные. Так, ну что ж, что, на этом видео закончим. Все-таки, я так думаю, будем выпускать новые видео по этой игре. Да, обязательно будем выпускать. Вроде такая игра неплохая. Тем более она бесплатная. Да. Так ну что ж. Кому нравится. Да, очень даже замечательно. Кому нравится, можете скачать на американском сторе. Это надо будет вам создать американский PSN. Там, в принципе, ничего такого сложного нету. Легко можно создать. PlayStation Plus подписка здесь не нужна для этих игр. Для вот этой free-to-play. Да. Можете спокойно создать американский PSN и играть в эту, скачать эту игру и играть в нее. Замечательную игру. Так, ну что ж, кому понравилось. Давай прощаться. Да. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока. Пока-пока.